вам кажется, что это просто какая-то дорога, красивый лес. Но нет, тут гуляют Рокки абсолютно без поводка. И сегодня вы увидите видео, как мы с ним выезжаем, как он получает эту свободу и кайфует. Досмотрите до самого конца. Я уже оделась, очень тепло, кстати. Сейчас пойду будить Рокки, он даже не подозревает, что мы едем на природу. Возможно, он начнет подозревать, когда мы сядем в машину, но я не знаю. Наше обычное утро, вы сейчас увидите, это я ему даю таблетки, у нас сейчас большое лечение. После я его покормлю, и мы поедем. Машину я завела. Посмотрите, у нас вчера выпало очень-очень много снега. Не знаю, как сейчас будет на поле. Главное не застрять. Знаете, что смешно? Что Рокки пуговички все застегиваются, только не застегивается вот это на талии. Вообще никак. Конечно, можно в теории ее затянуть, но ему тут будет узковато. Поэтому ходим вот так. А, да, и на шее. Мы не застегиваем, чтобы ему прям не душило здесь. Ну, а так, костюмчик у нас 2008 года. Да. Пока Рокки тут стелила, я моя сама запачкалась. Жесть. Поехали. Сейчас пойдем посмотрим обстановочку. Вдруг что-то изменилось, но он уже радостный, очень. Смотрите, в принципе, никого нету. Я уже могу его отпустить. Давайте попробуем. Раз. Два. Три. Давай, Рокки. Кстати, сейчас покажу вам. Уже много раз показывала, как я зову глухую собаку к себе. Вот так вот. Ко мне. Жестом показываем. И он идет к нам. Бежит. Иди ко мне. Ну что, вот такой у нас получился семейный и радостный выпуск. Я на самом деле счастлива, что я его вывезла, потому что он уже старенький, болеет, и я не знаю, сколько... Посмотрите, покажи его. Не знаю, сколько этому малышу осталось жить, но я точно знаю, что он очень счастлив в эти моменты. И я счастлива, когда счастлив он. Спасибо всем огромное, что разделили с нами эту радость. Я очень вас благодарю за ваш просмотр, за каждый ваш лайк. Мы с Рокки чувствуем эту поддержку от всех. Спасибо вам огромное, что с нами.
Мы вас очень любим. И еще раз хочу сказать, что малыш бежит, сними его. И я еще раз хочу сказать, что мы видим всю вашу поддержку, видим вашу всю помощь для нас. И мы очень это ценим. Спасибо вам. Пока-пока.